В прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Воронеже, которое занимается выпуском медицинских препаратов. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя, роторные таблеточные машины. Автоматическая линия по упаковке таблеток в полимерную пленку или фольгу и другие высокотехнологичные машины и аппараты. В связи с участившимися претензиями покупателей на некачественную упаковку картонных коробок препарата для устранения спазм, на совещании по улучшению производства было, по сути, решено проводить целлофанирование картонных коробок с лекарством в групповую упаковку. Этот процесс заключается в упаковке фармацевтической продукции прозрачной тонкой пленкой для сохранения товарного вида упаковки. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Мне поставили задачу найти оборудование для упаковки в целлофан группу картонных коробок по 10 штук на участок фасовки и транспортировки. Оборудование необходимо было, по сути, найти современное с простым управлением и обеспечивающим производительность 700 коробок в час. У меня много знакомых в сфере производства. И я, первым делом, обратился к ним за советом в поиске оборудования для упаковки в целлофан группу картонных коробок. Я понимал, что сфера производства у коллег отличается от сферы деятельности нашего предприятия, однако они могли порекомендовать мне хороших производителей оборудования, которым можно было, по сути, обратиться за помощью в выборе автомата. Коллеги порекомендовали мне двух производителей в Германии. Я нашел их данные в интернете и отправил им электронное письмо с просьбой подобрать мне оборудование согласно моим требованиям. Через два дня я получил ответ от одной компании, в котором было по сути сказано, что у них есть оборудование для упаковки в целлофан группу картонных коробок, заданных технических параметров. Однако они примут мой заказ, в общем, если я закажу у них как минимум две таких машины, так как им будет невыгодно делать разовый заказ. Я расценил, что вторая такая машина мне не нужна и отказался. Другая компания ответила, что они не работают со странами СНГ. По тому же совету коллег, я не стал обращаться к китайским производителям напрямую. Знакомые рассказывали, что производители оборудования из Китая часто поставляют некомплектное оборудование, ссылаясь на неточно предоставленную информацию о требуемых параметрах автомата. Рисковать я не мог, и поэтому принципиально решил выбрать для поиска оборудования для упаковки в целлофан группу картонных коробок русскоязычного посредника. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для упаковки в целлофан группу картонных коробок и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в поиске оборудования для упаковки в целлофан. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности установки, размерах упаковки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для групповой упаковки картонных коробок в целлофан, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности автомата. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки в течение месяца после заключения договора. Оборудование сделано из нержавеющей стали, картонные коробки поступали на транспортерную ленту и при помощи захвата формировали упаковку по 10 штук. Сформированная группа коробок поступала на целлофанирование, где осуществлялась упаковка групп коробок целлофаном. Целлофан поступал с рулона и натягивался системой валов. Управление процессом работы оборудования осуществлялось при помощи системы шки-экрана.
Оборудование было по сути сделано из качественной нержавеющей стали. Рабочая зона закрыта прозрачными пластиковыми щитами. Мы остались довольны автоматическим оборудованием для групповой упаковки картонных коробок в целлофан, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. Я понял, что сделал правильный выбор специалиста для поставки автомата. В выборе любой покупки необходима квалифицированная консультация. Проект обязательно будет успешным, в общем, если эта консультация была, по сути, получена от профессионала.